дорогущая, наверное, земля. Для меня ведь сейчас, Вань, почти ничего нет невозможного. Вань, не таскай ее! Пап, я встать не могу! Две химиотерапии привели к увеличению опухоли. Ожидаемого регресса не случилось. Это энтоп для Лизы. Он спасет ей жизнь. Ты что, на ней собрался свои опыты ставить? Это дочь моя. Меня не пускают в лабораторию. Я не могу тебя больше прикрывать. Эффективность энтопа подтверждается. У меня почти получилось. Осталось совсем чуть-чуть. Ваня, живешь в своем идеальном мире. Но существует реальность. Я все поставил.